Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас торговая сессия вторника. Мы продолжаем следить за ключевыми фундаментальными событиями, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря два релиза из США. Выйдут они в одно и то же время в 14:00 по GMT. Это динамика по открытым вакансиям от JOLTS, еще один отчет-прелюдия перед публикацией данных по Non-Farm Payroll. И еще мы ждем статистику по производственным заказам в Германии. Я не уверен, что эти релизы смогут спровоцировать серьезное движение доллара, но все-таки недооценивать их не нужно, потому что даже вчерашний индекс ISM производственного сектора, на мой взгляд, реакция доллара была крайне чрезмерной. Но эта реакция доказала то, что рынок остается очень чувствителен к макроэкономической статистике, потому что каждый отчет в какой-то степени подсвечивает горизонт снижения ключевой процентной ставки и изменение вектора американской монетарной политики. Поэтому за статистикой мы, безусловно, будем следить, но помним, что два важнейших фундаментальных релиза этой недели – это заседание Европейского центрального банка в четверг и данные по Non-Farm Payrolls в пятницу – это релизы, которые только лишь впереди. Теперь по порядку. Индекс доллара. Текущие котировки 104 пункта. Вчерашний день. Тотальные распродажи. На мой взгляд, то, что доллар так сильно продали, это больше похоже на крайне чрезмерную реакцию. Причем на что? На индекс ISM производственного сектора, который, да, признаю, имеет большой вес в определении общей динамики ВВП, но все-таки если сравнивать этот отчет, например, с сферой услуг, даже не нужно сравнивать, потому что на сферу услуг приходится больше 70% вклада в общую динамику ВВП. И плюс ко всему, индекс ISM производственного сектора, по сути, мы увидели снижение с 49,2 до 48,7. Ну, то есть индекс и 2 месяца назад уже оказался в зоне стагнации. И не было никакого сюрприза, когда мы говорим о восстановлении сектора, тут ни с того ни с сего уходит в зону спада. Что касается следующих макроэкономических отчетов, которые будут на повестке, если рынок настолько чувствительно оказался к динамике ISM производственного сектора, конечно же, ждем тогда отчет ISM активности в сфере услуг. Этот релиз выйдет в среду. И здесь крайне оптимистичные ожидания. Здесь как раз мы ожидаем рост с 49,4 до 50,5. То есть потенциально сектор может выбраться из зоны спада, соответственно, в зону роста. И если, опять же, рынок будет настолько же бурно реагировать на тот фундаментальный фон, который ожидается, то ситуация в отношении американского доллара может радикальным образом измениться. Пока что американская валюта оказалась под давлением снижения доходности американских трежерис, в частности, десятилетки провалились до уровня 4,4%. Инструмент FedWatch Tool оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки в сентябре, сейчас 51,3. Это несколько выше, чем мы начинали эту неделю. Но опять же, на эти настроения напрямую влияет каждый более-менее значимый фундаментальный релиз. И впереди у нас новые испытания для доллара. Надеюсь, что покупатели смогут преодолеть их с гордо поднятой головой и заручиться поддержкой соответствующих цифр. Собственно, и оптимизм в отношении динамики активности в сфере услуг и данных по Non-Farm Payrolls. Из риторики представителя американского регулятора стоит отметить комментарий президента ФРБ Далласа Лори Логан. Ну, я думаю, что вы наверняка понимаете, о чем говорил очередной чиновник ФРС. О том, что с снижением процентных ставок торопиться ни в коем случае не нужно. Да, есть прогресс в ослаблении инфляции, но он недостаточен, чтобы принимать столь ответственные решения. Нужно больше вводных, нужно больше времени. Золото 2344 доллара за тройскую унцию, сантимент изменился. Кстати, минимум вчерашнего дня был 2314 долларов за тройскую унцию. Тогда сантимент показывал очень серьезное расхождение между покупателями и продавцами. И я был уже поверил, что мы сможем добраться до поддержки 2300 долларов за тройскую унцию. Но поскольку сегодня уже толпа находится в коротких позициях, я допускаю то, что
может быть локальный рост. И чтобы не испытывать судьбу, дождемся следующих качественных показателей по сантименту, таких как 70-30, только после этого будем действовать. Европейская валюта против доллара 1.0910. Дальнейшая динамика евро напрямую зависит от того решения, которое примет Европейский центральный банк. Все еще больше шансов, больше вероятности на то, что европейский регулятор смягчит европейскую монетарную политику и снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов с 4,5 до 4,25%. Я разделяю такой же сценарий, как и представители Европейского центрального банка. И очень надеюсь, что факт смягчения политики придаст должное ускорение для развития нисходящей динамики евро, особенно учитывая то, что евро уже, на мой взгляд, очень сильно перекуплен и торгуется на уровнях, которые совершенно не оправданы с точки зрения фундаментального фона. Даже вчерашний блок данных по индексам активности Германии и еврозоны подтвердил то, что сектора указанных, скажем так, валютного блока в целом и ведущего локомотива ЕС остаются в зоне стагнации. И это явный негатив, который как раз и доказывает то, что экономику нужно стимулировать. Также не забывайте, друзья, то, что индекс доллара и евро против доллара – это инструменты, которые коррелируют между собой практически на 100%, нужно в портфеле держать только один актив. Доллар-канадец 1.3640, здесь ждем дальнейшего восстановления. Очень негативный фундамент складывается для канадского доллара, в частности, последние слабые данные по темпам экономического роста. Вчера индекс активности производственного сектора, который очень сильно разочаровал, фактически мы увидели снижение в зону спада, ухода индекса до 49,3 против прогноза 52. И это повышает вероятность того, что завтра, когда состоится заседание Банка Канады, мы получим возможные обещания того, что Банк Канады рассмотрит вероятность или допустит вероятность снижения процентной ставки на одном из ближайших заседаний. И я надеюсь, что эта риторика точно сможет обеспечить условия для распродаж канадского доллара. Но пока на канадца очень сильно давит обвал рынка нефти, и эта тенденция, скорее всего, в ближайшей торговой сессии сохранится. Американский фондовый рынок S&P 500 5300 пунктов. На фоне снижения доходности американских облигаций фондовый рынок США сейчас пользуется спросом и ждем, как и раньше, по S&P планку 5500 пунктов. Доллар-иена снижение 156.36, наша цель ближайшие 155 пунктов, хотя долгосрочно можно ориентироваться на отметку 150 иен за доллар. Мы ранее разбирали токийские показатели по инфляции, в частности, рост этого индикатора с 1,6 до 1,9%. И это позволило предположить, что общенациональный индекс потребительских цен тоже может показать восходящую динамику. Токийский показатель публикуется за 3 недели до выхода общенационального индекса потребительских цен и является своего рода предварительным индикатором того, что может быть с общей ситуацией по инфляции. Очень неплохо показал себя промышленный сектор Японии, в частности, индекс активности в производственном секторе вырос до 54,49 и ушел, соответственно, в зеленую зону, выбрался в зеленую зону впервые за последние 12 месяцев. Тоже позитивный вклад, который может добавить уверенности для покупателей иены. Поэтому, друзья, целевые ориентиры прежние. Я уверен, что из-за постоянного контроля Банка Японии того, что происходит с валютным курсом и готовности бороться со спекулятивным давлением, будет достаточно, чтобы в конечном счете пара продолжала развитие нисходящей динамики. Биткоин 69200, но уже тестировали 70 тысяч. Частота теста данного уровня подтверждает то, что очень скоро он будет преодолен. Поэтому готовимся к продолжению восходящего движения, будущему ралли и закреплению инструмента выше данной психологической планки. И рынок нефти 77.80, целевой ориентир долгосрочный в районе 75. Я надеюсь, вы помните, что итоги заседания ОПЕК, которые мы подводили ранее, стали основным фактором распродажи для нефтянки в целом, поскольку стало очевидно, что многие страны ближневосточного картеля планируют нарастить объем нефтедобычи в новой информации и в новой редакции. Большинство стран сделают это с января следующего года, но есть интересная вещь, которая связана с дополнительным добровольным сокращением добычи, действующим для Саудовской Аравии и России. Так вот, эти страны начнут восстанавливать производство уже с сентября этого года и в перспективе 6-8 месяцев могут выбросить на рынок дополнительно еще
2,2 миллиона баррелей, которые ранее были сокращены. На этом фоне я почти уверен, что мы можем и дальше работать с короткими позициями по нефтянке, тем более, что этому не противоречит и сентимент. Почти 80% трейдеров сейчас находятся в длинных позициях. Ждем 75% и потенциально ниже. Это котировки для Брента. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!